что не сделаешь ради Body Money. Вин Дизель поднимает машину спереди, и я решил повторить этот трюк в реале. Ничего невозможно, нет, друзья. Главное – желание и стремление. Всех приветствую, вы снова на канале Body Money, и с вами снова я, Анзор Сулейман. Я сегодня вам расскажу, как я останавливал две машины, и как мне это удалось. Что не сделаешь ради Body Money? Машины, водитель справа чуть поспешил, и в общем из-за этого я получил травму хорошую, травму руки, травму шеи, просто сорвался, попал мне в руку и шею, в общем не разорвало меня на части, но все-таки я остановил две машины, хоть у меня не получилось в первой попытке, первая, вторая, третья, на четвертой попытке у меня это все-таки получилось, в общем я кросс сделал покороче, как бы взял две машины на присед и остановил. Это было, конечно, сложно, но все-таки я повторил и сделал этот трюк. Давай! Опасность в первую очередь заключалась в том, что я не был подготовлен к этому трюку. Я просто глупо с ребятами взял, пошел, повторил трюк. В результате я получил довольно-таки серьезные травмы, что и следовало ожидать. У меня трудности и опасность не останавливают, так как я более подготовлен человек. Трюк «Подъем машины спереди» я тоже видел в фильме «Форсаж», где есть один момент, где Вин Дизель поднимает машину спереди, и я решил повторить этот трюк в реале. Давай за дело. Держишь, да? Давай! В общем, я повторил этот трюк. Конечно, это было сложно, но главное, я это сделал. Долгожданный момент. Тут не только подключены ноги, а также я подключаю стальную тягу, бицепс и трапеции. Если просто с ногами поднять, на присед не получится, так как это очень сложно. Я сейчас поднял килограмм 500-600, по-моему. Это было очень сложно. Долгожданный момент. Момент истины. Ничего невозможно, нет, друзья. Главное – желание и стремление. Занимайтесь спортом, и все будет хорошо. Yeah.
многие меня спрашивают, что я буду делать в будущем, какие трюки буду исполнять. Друзья, не будем спешить. У меня много чего интересного в планах. Вы подписывайтесь на канал Body Money, следите за нами. У вас в будущем ждет много чего интересного и экстремального. Всем удачи, всем пока.